Вот там. Вы испугали деда. Да, что я за точку зайти и выйти? Пиздец. Чтоб ты спросил. Ну я спрашиваю, не отвечаю. Сферка. Астральная искра. Я большого астрала не просил не садиться. Там, кстати, последний робот, можно аккуратно его пройти. В смысле? По левому краю. Да ёбаный рот. Чё, сагрили? Сука. Чё, я запрыгнуть чё? Не могу, блядь. Давай руку. По левому краю, говоришь? По левому краю идите, тогда он не сагрится. Сейчас проверю. И в воздухе подвис. Да там текстурка невидимая, блядь. Стенка облизывается просто и все. Ну, да, реально. Нифига. Язык сотрется, стенку облизывает. Ну, на спидах бежит. Ну эти челы на, блин. Криворуки забей. Бейте моба. Я руки совсем. Тактика хорошая, жаль, не помогла. Исполнение плохое. Ну, трэш не особо страшный. Вот когда во времена, блядь, БК или классики хуярили, во там трэш пиздец. Да? Там ебать было жестко, нахуй. Вот если бы здесь, вы видели же ролик какой-то был, они сказали на открытии лича, вот этого, на офи, типа, сделают посложнее Накс, типа. А Накс, который в классике был, его вообще, блядь, ну там из-за того, что доступ сложный был в инст, там гильдии распадались, ну хули там. Там они мировые бафы банали тогда. Там 40 человек, типа, ебать. И репы надо было с некоторыми фракциями, блядь. Там вообще пиздец. Стратхольмы всякие. Там все фул припоты, там мировые бафы все собирают. Умирают опять, блядь. Там? Там трэш жесткий был, пиздец. У меня 20 секунд, КД на стан. Да-да. Тогда просто первый стан, да, тут абсолютно не. Короче, он череп. Что не так? Ты все будешь с собой. Первый тоже можно. Аня, не промахни. Да. Вот что понимает, ты сделай. Ой, блядь. Ой, стана не будет, убегать. Блядь. А вот тебе Боб, без... Боб, Боб. Да нет. Какой Боб, нет. О, уже. Диван, диван. Я в инвису. Не подходи ко мне, говорю. Умирайте, блядь, в пизду. Да я в инвису шел, я резал. А, ну резай. Все? Тень, ты чё, наблюдаешь за нами, сидишь? Ебать, кто сагрил нахуй эту залупу, алло, блядь. Сова. Не сова, ты случайно джагу дала мне. А, я да, вижу. Конечно, то-то я вижу, Starfall летит по всем, да? Джагу кинул, я видел. А, ну, да, правда? Ебать. Сова, нуб, ебать, ебаный в рот. Starfall или Санцефан? Это Вероника, короче, я не знаю. Да, да, конечно. Сейчас резко. Там можешь возмездие не подбирать, она не работает, гиля. Блять, они Starfall на 45 метров увеличили, блять, раньше не задевал.
Чё там хрустите, где рыба, блядь? Ну, ничего не знаю, у меня моя рыба. А где моя рыба? А это не ко мне вопрос. Живая еще теплится, блядь. Короче, потом, или сейчас не будем падать. Да похуй. Ладно, уже. Сова, я тебя прошу, не надо. Это правда или приказ? Вали. Что это за ее? Ух, ох, это что-то какие-то махинации с тренингами проводит, это уже тоже не терпится мне поиграть на ШП. Интересно, сколько я ШП работаю? Миллион лет. Если все 21 баш в день, то это 2 недели. Из-за того, что... Ой, ебать, а эти откуда? В смысле, нахуй, эти? Сова! Да чуманы, да? Да в смысле сова, блядь? Дайте стан, по-моему. Я могу стан дать. Точно дадите? Давай, стан. Так, я отбегаю. Ладно. Тебе и так стан кинул, что делаешь? Я испугался то, что он расчел. А что тебе тут не сказал? Просто тренинг или еще про танцы не тебе что-то сказал? Все, у меня ответ на себе. Кого сейчас бьем? Ну, давайте рано бить. Вообще можно до гнева бить. А до гнева там телепорт будет? Может лучше, да, рано. Если сдохнем, до гнева убежать далеко. Там урана надо же убить, чтоб телепорт был. Так у урана убил. Там, короче, знаете же, да, что делать? Угу. Чё там гомунку делает, блядь? Сука, я жду игру, короче, Гарри Поттер, которая, блядь, не Гарри Поттер, а Хогвартс, нахуй. Хогвартс? А, я видел, да. Бля, прикольно, брат. Там в Хогвартсе надо будет за пятиклассника ебашить. Ебать, ты мечта. Кто будет танчить, Саня или я? Вместе с Войдом. Какой копыт? Куда, блядь, копыта? Там только один Войд танчит. В смысле один. Ну в ДК одни танчат, если честно. Ну, нет, ДК 2 танчат. Алло? Нет, один. Если а как он стаки сбрасывать-то будет? Да похуй на стаки. ГДК один танчит, остальные по двое. Да? Почему-то я в том видосе видел, что 2 ДК танчат. Да похуй. Ну это до них. Хуй знает. А, мы слабые, ну да, да. Когда? Что там в одного... ГДК имба. Он специальный билд сделал на... копыта, чтобы ДК один танчил. Да нихуя не делал. Ну тогда ладно. Или так протанчишь. Да у нас, блядь, проблема не в танках, а, блядь, в комнату закрыть. Ну тогда мы стол поставили. Да комнату закрыть, там нехуй закрывать. Надо трэш затевать. Ну именно, вот, ну как они умирают? Комнату закрыть. И трэш тоже вон проблема. Ну шарики, которые там появляются, их сразу по несколько не надо жрать, типа. Три ретрика, блядь. Ну, кстати, да, три ретрика быстро трэш должна залезть. Во имя света, блядь, мол. Ещё я с вами буду размахом фигарить. Ну, реально, каждый усиленный бури скинется. Дальше я не пойду. Короче, заявляйте рано. Татапсина, смотри. Огненный каст, если на тебе, ты будешь подсвечиваться.
В этом радиусе ты наносишь АОЕ урон. Когда кто-то заморожен, ты этим радиусом, если тебе огненный каст... Вот подходишь... отсюда могу его заивейдить, я же вне зоны, да, получается. Заивейди, зайдем, поставим. Все, заходим. Прошу. Метки поставлю. Короче, РДД, займите свои метки. Сейчас. Он запустит, так что тут без припотов, да. Вот так примерно, знаете. Самое главное, милики. Смотрите, блин, похуй. Во время зимы просто бегаем вокруг. Избиваем также каст. Вопрос, да. Те, кто на заморожен, я не знаю, сделать. Ты смотри, если ты заморожен. Не, массакра нахуй не нужна. Просто надо бегать. Те, кто заморожены, могут. Пошли. Ледяные касты сбиваем, остальное только. Нет, ну просто на первой я же могу типа не бегать, я могу просто этих видеть в пабли. Да ты же посмотрим, посмотрим, короче. Да. Он две зимы может быть. Сбить? Это... Короче, танку разморозится потом. На ком огонь возле танка встанете. Сбить, 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 сбить. К танку подойди, он как раз заморожен. Вот он слева тебя. Все, разморозился. А я тоже, да. Это можешь не забивать, допустите. Не забивается, да. Избить? Кроме меня, кто еще сбивает? Вот, вокруг бегайте, готовьтесь, вокруг бегайте. Эма от льда поставьте, эма от льда. Бегай. Ой, бегай. Сбить, 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 сбить. Блять, сбить. Вот это, Вероника, бабл, 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 нажимай быстрее. Я уже. Все. Отбегите от Экона. Вы так не сбивайте. Экон. Все, 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 стоп, бегай, сбить, сбить каст. Все, просто бьем, босс. Сбить. Так, следующий я сам. Это не надо сбивать. Я пролетел. Все, все, окей. А, мне надо будет разморозить, я вон в плесу стою. На ком огненный разморозится в плесу? Ой, подходи ты у нас. Да нет, не двигается. Никто не двигается. Просто так же сбиваем каст, но не двигается. Нам повезло. И нет, самое охуенное. На меня огонь повезло. Повезло, повезло. Бля, только не повезло, если в миликов огонь будет прилетать. Ну я говорю, на меня. Не нормально. Так опять надо будет сочного разморозить в кусту. Слэр мэйдж прыгаешь? Не успеешь? Не успею. Сбить? Прослакал. Да, помогу, опять. Так сразу, сразу со мной вставай, со двоих разморозить. На ком огонь прям... Он глыбит. Меня похуй. Меня заморозить? На ком? Быстрее, сейчас у нас, блядь, точно, только не зима, пожалуйста. Сюда и ВБ приди. Тут меня успеешь. Блядь, зима. Побежали. Незыбки нету. А, незыбки нету. Массакру. Была. Сбить, 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 сбить. Татапси, ну подальше. Давай, спихивайся. Я дам бою. Угу. Отбегайте, Вероник. Все. Может быть, брать нормально. Если Вероник. Если Вероник, быстрее. И не разолею сейчас. Да, я тоже залью. Быстрее. Куда? Блять, меня заморозил. Я не разморозил, это просто. Потом следующий кто-нибудь разморозит на ком огонь. Геру сдайте, Геру сдайте, плохо. Геру сдайте. О, эти пиды. Блять, фамильяр. Где начинать? А, со стороны звезды, со стороны звезды. А вот, нет, вот этого бейте, вот этого. Вот этого. Быстрее. Можешь зомби вызывать, кстати, не помогут. В рот уже, и они в них стрелять будут? Могут, могут стрелять. Самое главное, что граник не нарвай, иначе пиздец. Если есть бабу, что-нибудь 50-ку прожми. Со льву по Веронике дайте. Читаните гимн на ману кто-то потом. После этих только почитаю. Бля, бейте припоты, быстрее бейте, там стапов дохуя еще.
Я устал. Есть язык? А замедление есть. Коста? Не, нету лок. У нас нету косноязычия, локов нету. Ты видишь, группу ёлку. Блять, носочного. Я пожму эту руку. Выживу. Всё, разбежайся тут быстрее. Сбись. Тут Апсина, отойди от мелизоны, не сиди, что на тебе. Всё, не так далеко, просто на шаг, хочешь? Я перевернулся спиной к луне. Можно сбить это. Бля, сейчас опять спецспособность будет. Только не зима. Ну похуй. Говно. Жезл у них есть? Жезл нихуя. Спина неплохая, на самом деле. Жезл охуенный. Блять, ну я спину занижу, если конечно. Сейчас на копыта? Нет, сейчас на гнев. На копыта надо киртова брать. Там надо долбанок. Спина никому не... кому-то нужна? Ну, я занизил, если что, нити тебе отдам. А, ну поздно. Ты уже выиграл? Не, я отказался. Ага. Тебе нужна, я могу отдать. Я просто за ОД пока. Ну пушка так. Побеги. У тебя какая спина, как хаст? Тебе меткости не хватает? Ну, в принципе, да. Мне немного меткости не хватает. Забирай. Хаст должен хватить. Пускать не буду в ближайшее время. Спасибо. А жезл я не знаю. Типа только у тебя или у своего рейнджа может быть. Хотя еще и ВВ могу возьми. У меня. Ты что использовал? Ну, за счет дырки есть. Заебись тем, кто хасту не надо. Ну. ДСшнику нормально. Я не знаю насчет этого. Идем на дурпуч. Крыса не подставит. А что, у тебя совсем плохой посох? А, жезл. У тебя же нормальный жезл. Хаст. Ну, за счет дырки выруливает. Если хосты не надо, типа. Подойди СПД еще больше. Ага. Короче, все сразу не 11, это должны понимать. Ну, типа, ты идешь такой без шмота, да, в нормальном настроении. Представь, что ничего не выпало. Дальше в нормальном настроении. А если что-то выпало, и ты не сролил, то у тебя настроение хуевое, как-то так работает всегда. Ну, а хули, надо понимать, блядь. Три шмотки с босса, блядь, падает. 25 человек. Ну, да. Не заберут сразу. Я могу отдать, если тебе прям пиздец, это горит, Вик. Нет, у нее нормально. Мне типа похуй. Мне тоже. У меня с тем критом больше. Кстати, око забуна надо попробовать тоже на свои понажимать. А из-за того, что ты 3 не меняешь, там 30 секунд разве 3 не будет работать? Он же разве не дается 30 секунд на дебаф на 3, чтобы он не работал, когда ты его меняешь если. Я ее нажимаю, так. Ну. И чё, ты сквозь КД нажимаешь, ты её нихуя себе или чё? А, вот это трубу носишь, понятно. Мне интересно тогда. Так, чё? Мне опять зеленый ловить. Часов. Какие-то проблемы с зеленым лучом? Нет. В чем проблема тогда?
Где луна? Слышь, Нурик, мы ж только на гнева. Потому что я только на гнева, я дальше не пойду. Почему? Потому. В смысле, потому? Не понимаю. Пойду делами своими заниматься. Да, надо передать. У меня 6 меток. Где еще? А то потом еще цел. А, блядь, может, насчет целка спорного. А, вот он, блядь. Короче, найдите свои метки, кроме танка, и еще одну метку кому-нибудь. Блядь! Я пока вышел, ему эту метку спиздил. Короче, паладины, вы рассредоточили, чтобы другим могли боб дать. Я инвизом могу снять, по мне не надо. Короче, смотрите, ночные эльфы у нас два, они могут снять инвизом. На остальных же вы кидаете боб. Если на вас упало, с себя бабло все и снимаете, и бьете. Молча не сегодня, мы сегодня до гнева, потому что у нас скоро целка начнется. Надо еще одну. Луч зеленый. Татапсина, займи точку себе. Ну, он зеленый. Да, боб. Смотри, на ком луч кидаешь боб. Если луч на тебе и на другом, на себя бабу, на другого луч. Ой, блядь, на другого боб, все. Давайте добавим полдарю. Через зеленые лучи не бегайте. Вот, это может стоить 3 дня будет. 3, 2, 1. Суть в том, на ком зеленый луч я не может снять, вы должны бегать вперед через каждую секунду. Все, аккуратно идем. Зеленые лучи. Все, на меня. Блять, вы чё? Хуясти. Хуясти, реально, блядь. Все, видимо. Сова полетела. Сова полетела. Что? Что? Через зеленый луч пробежал? Там, блядь, кто-то походу подошел и все. Все, под дыхание там поджимайтесь, впереди не принесли. Давай под дыхание на щитке, но... Надо ебись. Если есть поездка, еще лучше будет. Сдавал. А, сдавал уже? Дыхание, там что-то подумайте. Смотрите, сейчас призрачная форма, все отбегаем назад. Перед лицом никто не стоит. Я синьку возьму. Остальные можете сразу бить. Идите, бейте сразу, только перед лицом не стойте. Уходите, идите, бейте. Только смотрите, он возвращает 50% урона, аккуратно подбивайте. Блядь, уйдите отсюда. Да? Лучше я синьку сам возьму, уйдите. 50%. Просто аккуратно бейте, и этот... Все, портал забрал. Блять, меня там бомба. Я смотри, я на шкафу, ебать. Вы видели, ебать? Аккуратно, давайте 5 секунд. Через 5 секунд Гера, давай. Вы видели, я на шкафу был, блять, на этом высоком. Все, Гера пошла, давайте. А-а-а. Гера пошла. А, блять, КД Гера, пиздец, на следующую тогда. А и Гера была сдана. Сдали Геру, ну на следующую как раз. Да. Так, 4 блядь, минуты, Гера, КД. Да похуй без Гера, не ваш. Только свои метки ставимся. Чуть-чуть подальше друг от друга. Боб, КД. Ну, надеемся, что не в меня, а ночных верхов. Метки, метки. Поездка, если что, откатилась. Можете бить сейчас. Похуй. Видно там меня хилы? Бляха, на мне. Есть боб на меня? О, заебись, вообще круто. Давай поездка, если есть. О, вообще круто. Все круто. А, ну вот не круто уже. Ой. Чё такое? Да после дыхания дал только. Зубы? Панцирь. Или что после дыхания? А, ну так это ты виноват, наверное.
20 лет игры вовремя сдать не можешь, получается. Ну, короче, можем отправить копыта после гнева, чтобы чисто молоть остался. Ну, я как раз позову Киртова. Все, вы уходите. Все, можешь аккуратно подбивать, кроме тех, кто лучи берет. Подбивайте просто босса, там он возвращает половину урона, просто смотрите внимательно. Не умрите. Три, блядь, на книгах, ебать. Аккуратно бейте, вы умираете. Еще 10 секунд так будет. Все, уже добьете. Все, можешь вливаться. Чешуйку не забудьте, у кого поезд. Надеюсь, меч на танк упал. Меч на танк упал, КВС там будет. Заебат. Тебе же нужно, да, это? Она еще пиратская такая. Блядь, на гоблин нахуй она смотрится. Ткань, голова. Наша хипская какая-то, на трансмах не можете взять. Короче, Киртл, ты сажешь, ты в сети? Да, да, да. Жень, давай, поставь давай, портал. Какой портал? Идемте копыта. Я уже на входе. Идем копыта. Я уже КВС сдаю. Ну чё, копыта, я уступлю место. А, снимаешь чешую, надо было забрать, ага. Да, забери. Я же тебе говорю, блядь, чешую заберите, ребят. Я только что говорю, забудьте. Короче, в смысле уступить место? Женя сказал, что мы... Гнев уже есть портал? Да. Ухожу, то я, Вероник, не знаю, кому там уступать будешь. Его шарнуть нельзя, это сказать. Взять, ну, а... типа, три паладина, серьезно. Что случилось? Вы отменили квест? А чё, не, на горячо за КВ. Вик, тебе что-то такое взять, тебе нужно Молчазару. Вначале. А, Молчазар же до него. Не заходить или чё? Да, заходи, Женя как раз не пойдет. Мы резко убьем. Гнева. Копыта, точнее. Может потом Молчазара да проходит? Да, но Молчазара да проходит все равно будет. Да что, блядь, тебя потом ЦЛК ищем, ты вообще не заебешься. Да, да. Или можем разойтись просто. Сами выбирайте. Ну лучше, конечно, копыта сейчас. Отдохнуть надо. Давайте 1-2 трая сделаем на копыта. Не получится, хуй с ним, значит, в следующий раз. Куда там портоваться? Покоя рана. Ты его закоражала? У нас сумма не как раз он пока прилетит, перепорт уже сделаем. Сейчас бы мы его добьем. Я в хиле тут? Да. Нет. Почему? Да. Хотя... Так ты и сам сказал три ретрик, да определить уже! Не кричи на меня! Спасибо. Дайте мне собраться с мыслями. Так, ну ты же комнату не сможешь закрыть, да? Ну, без понятия, у меня прожима как бы нету. Не, ему вообще хуёво. У него и ДПС маленький, ему и кастовать надо, ну, блядь, ему тяжелее окей, всех закрывать. А уставшая, ты в хиле, ой, в хиле, говорю, ты в комнату закрывать умеешь? В смысле, ты справишься? Там, короче, ничего сложного, смотри. А... Чё, блин? Да, ебать, не, нахуй, лучше кого-то другого. Да, да закрой эту комнату и там закрывать хуйня вообще. Пускай что лучше иссушением трэша уешь. Надо, чтобы комнату те, кто были, комнату закрывали. А то ты умеешь закрывать? А я ее всегда скипал. Ну вот ты скипнешь, а потом закроешь второй раз. Или ты всегда сможешь скипать? Только два раза. Ну, два раза скипнешь, потом закроешь. Уставшая смотри. Там как скип?
Я глыбой. А инвизом он скидывает? Вроде. У меня инвиз есть. Я могу инвизом скидывать. Ты милик. Он кидается на РДД в приоритете. Если на двух или трех РДДшках сильно порча, то он кинет на милика. Те милики, на ком будет демоническая порча, вы убегаете сюда по бокам. Ой, сейчас. А что тут за сосуд с кровью Макферидона надо? Это в обычке? Это в гире. Гире надо. Все в гире. Где там кулмас? Короче, Вика, смотри, он кидает на нас такие маленькие метеорчики, и из нас выходят мобы. Пока он метеорчик летит, ты приостанавливаешь кассу, чтобы мобы выбежали в мили. Миликов убивает. Потом на тебя будет метка демона. Через секунд 30 или 40 у тебя появится кнопка медитация. Ты говоришь, я иду... Покурю. Да, окей. ТБМ-3 пока не поставим. У тебя медитация. Ты ее нажимаешь... На себя щиток заранее вешаешь, и там в комнате будет стоять бес на 100к. Тебе надо его убить. Комната уешет, метка уешет, и еще сам бес тебя хуярит. Тебе надо его залить. Ты его бьешь, наносишь дамаг, и будет появляться такие белые сверки рядом, или возле него, или где-то возле тебя. Ты эти сверки берешь, на 15 тысяч хилишься. То есть, когда ты наносишь дамаг по бесу определенный, по-моему, каждые 10% появляется сверка, ты ее подбираешь и хилишься. И твоя суть — просто убить демона внутри, и все. Он очень легко заливается, просто надо его быстро побурсить как-то. Можешь ему эфир кинуть и сразу его этот... уешать. И все. Это вся комната. Самое главное, чтобы ты меткой рядом ни с кем не стояла. И все. Встань там где-нибудь в кресте, кто-то станет в печеньке, я в треугольнике. И все, мы втроем за ним. Давайте в три ретрика пойдем, пофигу. Что там, танку вернется? Сейчас прошу. А что, маг прилетел уже? Да, он уже здесь. А что так быстро? Ну, видимо, стоял здесь. Нет. Сейчас зайдем. А ты думал, ты успеешь контракты закрыть или что? Да, квесты хотя бы выполнять. Забей. Ну, в три ретрика, смотри на этаж. 5, 4, 3, 2, 1. Короче, тут так все, смотри, на когда на тебе семя порчи. Выходят маленькие мобы. Ты их бьешь, и на 20%, когда у них мало хп, от них отходишь назад куда-нибудь. Хилы там же где-то возле звезды стоят. Первый раз ты в танке, пекайся в танка, будете меняться на стаках. Войну. Да нахуя, давай в одного попробуем. Потом, если не получится, ну, спек. Дамаг нужен по мелким, блядь, чтобы был. Кто комнаты закрывает? Два человека, и кто страхует третий? Три. А кто это?
Киртл сочный, я на ком-то. А, нормально. Обновите фаски. У нас 3 ретрика на трэш, ну типа. Плюс Керус. Вообще заебись должно быть. Ебать. Реально. Ну короче, готовность. Сейчас хоть беспонтовый рыбу съем. Давайте я руку поставлю сейчас. Так, тут что, сопрот надо, да? Не, может без... Ну, можно и сопротом. Ауру от тьмы поставь. Короче, 7 порчи. Вот. На ком демоническая сфера из миликов сразу же убегайте в луну. И никто к ним не подходить, иначе он всех заразит. Закрывайте там комнату. Дживс или хламобот есть? Должен быть. Ибо... Так, я на чем стою? Ты стоишь на печеньке, вставшей на кресте. Я в треугольнике. Босс везде, хилы там же. Чуть дальше, чуть-чуть. Ну что, народ, погнали нахуй. Кирус тут? Да. Все, добавим полдаю. Зайдите внутрь, пока что. А, и нора периодически мне закидываете тогда. 4, 3, 2, 1. Квест нужен? А, мне. Вот. Денег прошу, называется. А ты что такой тих? Заливайте демонов в ретрике. Танку ты тоже заливаешь, только упоешь надо, когда не лом. Так. Может он заливается, а ты еще лом. 5 на уставшем. В ретрике пошли по демону. Педрила обновил, блядь. Слушай, ты в комнату зашел? Ты что сделала? А, она в комнату пошла. Интересно. Сейчас, скорее всего, у нас танк будет. Побафнуть и станет. Щитки Йори обновляются на телах наших. Давайте. Бесов убиваем. Финнер закинул поэтому. Ухожу в молитву, покильте. Киртики. Зубы дай спину. Ветрики могут сокры скидываться. Все, я скинул стаки, красава. Кинул? Хорош. Угу. Я метку словил. На меня 7 порчи. Уходи, уходи, подальше. Мне тоже. Киртом. Я отхожу. Киртом. Дальше встань, еще дальше. Центр прям здесь. Может ты кепал зарядишь, если не имею. Прохил, прохил танку, прохил танку. Все. Усушающим помогает уставший. Трэш здесь самое главное. Трэш, блин. Всем дружно. Метка похитит, не как просто как на мне метка. Уставшего умер сейчас. Уставшего, у тебя метка демона. Ты должна зайти сейчас. Медитацию. Заходи, если есть. И зубы, знаете, сокров? Вы сказали, что там сферки еще собирать надо, чтоб не сдохнуть. Да, там белые сферы появляются, не отхиливайте. Бля, меня заразил кто-то нахуй. Чума? Демон? Метка демона. Ты тут не заразил, бывает. Все, к Керусу не подходим. Керус будет этот, Саша умерла. Ну он там демон. Мне надо будет зайти, да? Комнату. Заходи в комнату. Убиваешь его. Дубовую прожми сразу.
Геру сдайте. Бля, что за хуйня? Все, на ней метка демона. Быстрее закрывай, блядь, там большие. Вы резать ее будете? Будем сейчас Геру. Сейчас я в метке в комнате. Все, вышел. Бес. Дайте зубы по. Блядь, там богов дохуя. И на что залейте? Я давал. Давал. Нахуй все сдох. Блять, там его просто заразили чумой всех, нахуй. Там меня он кто-то заразил. Он ещё, кстати, семя порчи кидает в момент, когда дохнут бесы. Это просто такая отвратительная херня. Короче, блять, я не знаю. Почему по рейду такой большой урон? Вы гнев небес задаете по КД? Да. Эти демоны, они стакают огненный дебаф, когда кастуют на всех. Он сразу кастует всем. Надо гнев сдавать по очереди, да. Первая пачка Татапсина, вторая пачка Танку, третья пачка Вероника. И так друг по другу меняетесь. Давайте спокойно. Рано, сейчас убьем. Нормально. Травим. Короче, ладно. А, что-то у нас... Уставшие, что? В чем проблема комнату закрыть? Что там происходит у тебя? Там сфер до хрена. Я тебе говорю, поставь ретрика вместо нее, не ебите ебаный мозг, блять. Она пускай стоит, блять, с нами и сушение дает, и будет вообще все заебись. А как ретрика я поставлю? Он будет... Просто будет стоять и ебланить, блять. И кинется комната на него, он ее закроет 100 раз быстрее, 100 раз проще. Давай, чем... Ну ладно, тогда давай, Вероника. Будешь стоять тогда к кресту, а то есть это треугольники. Когда на тебя будет кидаться метка, ты отходишь. Это я знаю. Ну, а тогда будет два ретрика. Короче, уставшая, ты кидаешь дотки на босса, рядом с ним стоишь. И когда демон идет из сушения, просто по трэшу играешь. Это твоя задача. Остальные тоже по трэшу играйте. Я имею в виду себя и Кертова еще. Я играю. Типа кнопку поставлю здесь. Трэш маленький, должен умирать до того, как выйдет следующий. Все, пиздец. Если так делать, все будет изи. Ну да. Что там по бафам? Каски нет. Yes. За каски у нас кто отвечает? Я чисто кресты накинуть, все. Какие кресты и каски раздавайте? Ёпта, блядь. Ребят, давайте быстрее, у меня глаз все сильнее дергается, уже не могу. На эко, на МП5 скиньте. На друидов нахуй, на эко, на случай. Все, и на мага скинь тоже. МП5. Все, отлично. Давайте добавим пол без ниндзи. Это я близко сильно подошел, то, ну. Зайди. Саня. Нет, в треугольнике стоять, ничего не делать. Нет, ты в кресте останешь. Еще крестный. Если с тебя выпала херня... Вика, а ты под босса. Вика, шопы. Ты прям под босса стоишь со всеми вместе. И когда он трэш уходит, ты сушение не делаешь. Все, и сушение быстро уничтожаем. Трэш. Во, классный трэш. Демоническая длань и метка демона, 2 секунды. Метка демона на мне. Ну, заебись. Через 30 секунд закрываем. По гневу. Не забывайте гнев во время каста добавить. Так. Скоро медитацию. Мне нужны будут. Сапфру дать? Блять, на мне 7. Я ухожу. Балет возле меня прям появились. Окей. На мне метка. Ну её закроешь комнату после меня. Никому не подходишь. Я знаю. Блять, что с диким бесом? По-моему, я его добью. Вы остальные поднимаете. Почему он там восполнился?
Ты меня щит, и я в медитацию. Не все. Щит, но я не подбросил. Кидай. Бесы подбивайте в первую очередь. Это очень долго бесы. Не блять, на ком метка демона? Не подходите к нему, пожалуйста. Ты можешь отойти? Ты заразил, походу, милик. Ну, дайте там сам подбросил. Ко мне подошел, че я? Ты должен отходить, если на тебе метка. И ему выставил. Блять, злой бес. Зло, бес убили. Ой, блядь. Ну, мне опять, блядь, не порча. Чтобы бесы возле вас РДД не стояли, надо, чтобы... Блядь, все падает, тут уже больших бесов. Пиздец, бесы. По 300к бесов, миллион уже. Если вы останавливаете каст во время того, как на вас большой летит, бесы побегут вперед. Ты, видимо, не остановил каст. Ты дальше кастовал. И тем более, если на тебе метка, ты отходишь назад, если видишь возле себя мимика. Это не его вина, он бьет бесов. Ты должен отойти тогда не на шаг хотя бы. Там 10 метров заражения идет. На X2 эта хуета вообще через 2 секунды перепрыгивала. 2 секунды, если не успел среагировать, нахуй. Перезаражались все, блядь, ты прикинь, 10 тел с меткой демона. Ну как это? Ну это вайп. Это не прохили, это вайп, да. Даже 2 тела. Тем более вайп. С именем порчи. Если бесов не убивать, они, блядь, больших бесов рождают. С именем порчи, если кидают на всех бесов. Сейчас. Первый приоритет это бес, босс он умрет. Да, тут основное трэш, нахуй. Закрывать комнату и трэш, пиздец. И выживать, все. Если порча с кого-то сбилась, вышел бес, его заливаешь. Ну, а так жить, комнату закрывать и сливать мелкий трэш до следующего, и все, пиздец. РДД, они вот эти тоже бесов играют. В ОУЕ. Мы не стоим, просто боссов играют. Да. Тоже бесов. Потому что, блядь, просто, танк скидывает... Ты каст замедляешь, то есть останавливаешь, оно ударило, и все, бесы вперед побежали. Там так агро работает. Давайте каски платим. Все, давайте будем пол. Сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Кэпл, ты слишком далеко стоишь. Чуть поближе. Левее можно. Бесы долго доходить будут, потому что... Вот. Стопаешь каст, они вот так идут. Метка демона на ком-то, но мне хотелось. Закроем через 30 секунд. Нет, не бес сразу убивайте и лопайте тачку. Все, я пошел закрывать, дайте мне что-нибудь. Нам не метка. Угу. Отходите, осторожно. Первую я скипну, наверное. Окей, скипну. Опять. Ну, ладно. Ничего страшного.
сука, обновил, блядь. Да, боже, на меня сейчас... Сейчас, 6 секунд. Метку делаем как-то... Кипнешь потом, да, просто? Он сейчас... Блядь, Керлс, ты отходишь, ты бьешь на бофа, когда у него другого хп, отходишь просто. Тебе не надо от босса... Да лол хп у них, лол хп у них. И босса, ты не заражаешь эту метку. Понимаешь? Ты не заражаешь никого. Ты когда получаешь урон, ты большого спавнишь. Весы, когда умирают, они взрываются на 3К. Ну. И все. Ты отходишь, когда они умирают. Нет каких-нибудь на кулине. Ты что, заходишь еще? Тебе же вообще не проблема. Кирпл, ты ее закрыл уже? Закрывай. Да. На тебя 5 метров. Опять метки. 2 метки надо быстрее, чтобы закрывали уже. 3 метки перевалы совсем. Но я пока не могу. Ну потому что кипл, понимаешь. Ага, все, смотри, я обшла. Инра есть? Где? Ага. Блять, кто меня заразил, на? Пиздец. Тебе демона? Да. Ходи, это потому что на нас я двоих спорчил. Спорчил он, все, ты закроешь. Бля, там демоны возле себя, загрызи их нахуй. На столе, который демон. Или не умерла? Ага. Крылья-то воткать, всего вкружать не могу. Блядь, берите нахуй. Все, заходи, да. Все, демонов убили, Кирос ушел. Демонов убили. Ну вон тех в углу бейте. Леоник, он тебя, блядь, заразил. Пиздец. В углу убейте демонов. Наверное, следующую я все равно смогу крылья прожать, так что быстрее выйдет. Все, хорошо, демонов убили. Ходи прям, да. Все нормально. Кирка вот ударится. Все, убил. Быстрее убиваем, хорошо. Песня бал, дайте поверенники. Закрываешь, иди закрывай. Че только я пошла. Давай, дайте зубы поверенники. Блять, хуёво. Трэш, трэш, трэш. Пепл тоже трэш, играй. Пепл, закроешь комнату? Если что, закрывать ее, я не смогу скипнуть ее. Ну ничего, закроешь убьешь. Я закрывать пошел, похитить. Саня, на тебе 7? Так, Саня, отойди немного, да. Бля, вы заебали. Метка демона на ком? На ком метка? На мне. Все хорошо. Бабу есть кинуть? Нет, минуту КД. Демонов убили. Кирпл, помоги ее залить тоже быстрее. Давай эти демоны. Щиток. Щиток? Давайте. Ладно, не успел сказать. Эйнер сдал это. Метка демона на меня. Бесов открываем до конца. Давайте бесов, бесов. Кирпл, ты можешь на место ставить, если у тебя метка демона на меня. Или у тебя метка? Теперь нет, короче. Все, отходите. Демонов играйте все. И а есть там войско просто. Дал не зыбку. Следующее баблом скинуть смогу. Боссы, бейте, боссы, боссы. Добивайте вот тупо в босса 2 ляма и трэш. Не зыбка кончилась, можешь массакру дать. А кто массакру даст? Холипал. А холипала нет. Назови зеленский ряд. Ух ты, блядь. Вот такая же фигня была, чисто на лимитах. Блядь, у меня глаз дергается. Гимн на хп, дай мне уставший, пожалуйста.
если ты не встанешь. Да, погиб герой наших союзников. Бля, давай долго много. Если еще я заберу его, вообще классно. Если не заберу. Шиш тебе. Хороша ебаная. Ну все, а ребят. Вот надо было пользоваться моментом. А это кольцо лучше, чем Волгородское. Ну да. Потому что я... Ну, на фаере точно лучше. На фросты я не знаю. Завтра молчу, получается.